Привет, друзья! Тема данного видео – комбинированный почвообрабатывающий агрегат от знаменитой немецкой компании Horsch. Здесь представлен Horsch Tiger 4MT шириной захвата 4 метра. Данный агрегат представляет из себя комбинацию тяжелой дисковой бараны и глубокорыхлителя. Его основное предназначение – обработка почвы после кукурузы на зерно, но тем не менее он способен также эффективно работать по рапсу, подсолнечнику и даже по легшим зерновым и высокостебельным сидератам. Масса данного агрегата составляет 5,5 тонн, а необходимая мощность трактора составляет от 300 до 370 лошадиных сил. Первая составная часть данного агрегата – двухрядная дисковая барана с диаметром дисков 68 см и возможностью работать на глубину до 20 см. За дисковой бараной расположены два ряда лап глубокорыхлителя, который может работать на глубину 35 см. Каждая лапа оснащена мощным долотом шириной 8 см, который усилен на конце и по краям. Также лапа имеет пластину, которая отводит грунт в сторону, тем самым интенсивно перемешивает грунт с пожнивными остатками по глубине и уменьшает необходимое усилие трактора. В конструкции агрегата применена защита при наезде на препятствие, а именно каждая батарея дисков имеет азотный амортизатор. А каждая лапа глубокорыхлителя имеет двойной пружинный амортизатор, настроенный на усилие до 770 кг каждый. За лапами расположены еще два элемента Horsch Tiger. Это выравнивающие диски, которые убирают гребни, а завершает комбинацию колесный каток, который расположен по всей ширине агрегата. Ширина колес катка составляет порядка 20 см, а внутри они наполнены полиуретаном. Это делает их тяжелее, а также это предотвращает проколы и необходимость постоянного контроля давления в шинах. Глубина работы Horsch Tiger регулируется клипсами на гидроцилиндрах, поэтому гидравлика трактора работает в плавающем положении. Глубина обработки первого и второго ряда дисков, а также глубокорыхлителя и остальных элементов, настраивается индивидуально. Horsch Tiger MT за один проход по полю заменяет сразу несколько почвообрабатывающих машин, чем уменьшает сроки подготовки поля, а также увеличивает топливную экономичность. Одним из преимуществ данного агрегата является то, что лапа глубокорыхлителя срывает дисковую и плужную подошвы, и при этом грунт не прорезается, а разрывается, что является более эффективным методом для аэрации почвы. Хотелось бы отметить еще то, что при помощи данного агрегата возможно еще и внесение удобрений. Для этого устанавливается специальный бункер на 2,5 кубических метра, или же агрегат цепляется за бункер от посевного комплекса. Все это вкупе с сошниками на каждую лапу позволяет сразу же вносить удобрения в три слоя грунта – вверх, вниз и 50 на 50. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом агрегате. Поделитесь в комментарии своим опытом работы с подобной техникой и что думаете о ней. А также не забудьте оценить видео и подписаться на канал. Буду очень благодарен вам за поддержку. До новых видео, удачи вам!